Бля, надо аваров каких-нибудь бы найти, потому что что-то я заебался уже. Этот Сандер ебаный стакать. Вообще ни одного вара, пиздец. Это мне не очень нравится. Где кунка? В школе, нахуй. Блядь, бан. Да. Мира и там же, да? Да. Они в толчке сосутся, нахуй. Школьники ебаные. Я думал, они уже в Альбионе. Блять, Альбион, нахуй, за кого? Кан, ты был в Альбионе? Ебать, вы уже туда убежали, что ли? Что такое Альбион? Бля, лучшая гильда. Скажи, фонарь. Да. О, лучшая гильда это... Че? Отец Бьорн команда. Бьорн? Блять, ну Бьорн, да. Так, короче, АГП вот этому вот из химок. Это да, блядь. Самая лучшая вообще... гильда, которая я был в скобочках, это Легион, блядь. Где там 250-е челики не могли первого босса в каре в обычке закрыть. А помню, что РЛ был с нами в этой оно. Блядь, вайпались, пиздец. Это было очень смешно. А вам КП давали за это? Ну, да не мне-то что давали, это они там вайпались. Калют, прием, ты тут? Лака, люд. Да пши ему уж. Что-то три человека лопнулось. А, один лежит. Тебе побагай. Лид, напиши, пожалуйста. Смотри, пиздай. А, куда напиши? Что-то она это не багнулась. Но я там что-то кнопки напутал. Шалость не удалась. Первый раз такой хуйню вижу. Ну я лопек не знаю. Это кунка багает нахуй. Багаюзер? Не, это багаюзер, это фонари. Ну да, я же в джастер. Бан нахуй. Джастер, что можно багать, это считается... Так и запишем, джастер, найти список, бан нахуй все. Слышишь, фонари, а вы гидроса багали в ФМке? А там они считают, что это не баг. А на самом деле это как бы незадокументированный факт. Кого, блядь, там не багали нахуй? Там, блядь, есть босс, хоть какой-то малейший баг нахуй, все, по той хуйне не убивали. Я, короче, знаешь, как багал гидроса? А? Этим, блядь, станом вульпера. Станом вульпера багался? Да, да, он багался. О, я помню, короче, чё, у нас масс диспелом багали эти шарики в ХМке. А Алара багали, там, короче, перья вроде бы летели, и если спрятаться за пиларчик, не летели. А еще можно было красную джагу бахнуть Алару, и он замедлялся. Ну, это просто перецов. Прикольно, блядь. Не, а Котяра тут, может, его взять? А я, короче, был единственным вульпером. Что? Ну, вот Котяра тут. Да я лучше скалплея возьму, пускай хилит. И мне там гаджет отдавал команды, типа, блядь, багай, багай, не багай, багай. Так, Рид, Люксор и Колдплей будете в порталах летать. Чего раз справа? А Колдплей он вообще АФК. Показывает. Да надо сумонить, он не АФК, он был ранен. Кстати, а где Ондра? Я по нему соскучился. В Диабло играет. А как же мы? Да все, он даже со мной уже не общается. Вы Валю, Иро или Принцов еще? Давай обмен, Вальман. Сладкий. Ты ж Кирилл, а где Эдик? А, да убери голду. Я не знаю, он там что-то переехал, убери его и там кто-то. Он не писал тебе? Нет. Ну он что-то писал, что там переезд, я понял. Ну короче, все. Им в принципе все я. Нет. А что случилось? Coldplay, Люксор и Ризига хилите через краба. Не, я справа. Я занял первый.
Бля, бэт толков этот фетиш полутал. А здесь щука краб, ну, вообще вижу. Кто? Ну, этот, как... Этот, блин, как Китрок. Толка. Да, похуй, похуй, поехали. Я скажу. Бля, я тоже фетиш хочу, сюда заходим. Че, Джайна убили? Да. 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 Вчера. Такие же там нормально так нерфанули, поэтому убили. Ее там прям сильно нерфанули. Потому что она была имбищей. Так, блядь, ну... Одно дело, блядь, имба, а другое дело, блядь, нерф, нахуй. Они не умеют нерфить нормально. Они либо, блядь, нерфят не нихуя, короче, ну вообще ничего. Либо нерфят до такой степени, да, уже за дохуя. Что, вы пиздец, когда нерфили, хочешь ли? Нет. Полетел, блядь. Плюс у них выбор людей хороший. Магия, почему усиление не кинули по Альке? Я еще хочу с Локом поговорить, который участвовал в убийстве. Ну, он все, офлайн и офлайн. Поговори, что тебе мешает? Так он не офлайн. Чего еще раз? От подавления. Участвовал в чем? В убийстве Джайна. И что ты хочешь от него услышать? Ну, то, что он участвовал, это случайность. А, в принципе, как он так Джейна убил, нахуй? Да, топовые три не хотел узнать, какие налог на демона. Пиздец. Надо обязательно у него, да, узнать? Ну, что он Джейна убил. А ты знаешь? Я без понятия вообще. Ну. Ты же Джейна не убивал, ты же не знаешь. Ну да, я не знаю, в принципе. Не, мне сначала его посоветовали, а потом... Я увидел его в убийстве Джайна. Да ну нахуй. Любовь с первого взгляда, да? В соло убил? Да? Хорош вообще. Кринж нахуй, что-то пиздец. Знаешь, что на демона бис? Что? То, что дает больше всего ДПС. Ой, этот, блять, СПД, прок. Соответственно, выбор очевиден. ТБЛ и некромантик. С этого, блядь, с Джайны. Так, я до Джайны? Похуй на рейд, дамажить надо демону вообще-то. Какие трини для дэмэджа нужны? Да, это и два тринкета не на дэмэдж, и там, блядь, читай Джайны, некромантик сколько, 1200 СПД дает. И ТБЛ с Гера сколько там дает. Ну, что там вообще на Джайне делать? Что-то 1200 плюс некромантик. А, блядь, нихуя себе некромантик пофиксили. Он только 1100 теперь дает. Что за некромантик? Это когда резаешь мертвых магией. А, спасибо. Пиздец его порезали. Он там, блядь, 1800, по-моему, давал. Или сколько нахуй, помню. Нет, что, его наоборот апнули, как Никовер говорил. Да? Да, он меньше давал раньше. Что-то мне кажется, он больше давал. Не-не-не, не больше точно. У меня где-то скрины были, надо, блядь, залезть, посмотреть по скриншотам. Кирилл, а ты тактику на Джайна знаешь? Типа... Нет, я ж туда, я ж ты ни разу не убивал. Не убивал, с ним да. Наравне будет только карта 284, а это еще не скоро. Типа... Так, на скидку раз, там, 50, может, чуть больше. Да, вроде карта будет больше хосты давать, но меньше СПД бафтиль наоборот. Тут что-то не так ковер объяснил. Бля, кстати, еще раз не понял, отдали еще раз. Подожди, вернусь. Типа между картой 84 и некромантией разница лишь в статах. Что-то одно из них больше СПД бафает, а другое хосты пассивно дает. Что из них больше дает, я не помню. Ну так карта, блять, 284 будет хуй пойми когда. Ну по факту. Поэтому сейчас типа некромантию брать, еще носить ее до конца жизни. Некромантик, да, он сейчас прям на всех бисарды дамает. Давайте Геру. На всех.
Ну, до некромантии. Некромантия, может, понятно. Не всем. Всяким совам, локам, кому хаста не нужна. До некромантии, вон те штуку, что сказали, карта есть. Страпу накиньте. Есть карта, есть ТБЛ, нахуй. Вон карта ТБЛ, бегаешь и все, даже с обычки мы. Где мы не своем. Либо вон там с этого, блядь, маска взломана есть еще. Да? Голова это усохшая, блядь, то же самое, навык. Ебать, вот это лут, нахуй. Это какой-то пиздец. Ой, все на тебя, нахуй. Три пары, блядь. Выбирали. Ой, три пары на выход, блядь. Вот тебе, блядь, просто. На принципе. Если бы я латы мог носить, я бы, наверное, танчил, блядь. О, смотри, Войт, первое, короче, на свадьбу оденешь, нахуй. Вторые там, короче. Не знаю, там, блядь, за ребенком в школу хуй его знает. А третью на работу. Вот, смотри, идеальный подбор. Так, колют зашел, да? Берем вагона на колюте. Сука, а что там третьего ханта? А мы во сколько хилов били в прошлый раз? Эту принцов? У нас один хант осталось. Четыре, да? Да тут хилить нехуй. Крабы шли, что поменять уже можно. Я делал, что хилить нехуй. Только спека ни у кого нет. У Люксора только. Такой себе. Не хапал нужен. Или в три даже хилили. Вместо стерва или масю, блять, кого-нибудь. Может даже и в три, да. Потому что, смотри, 20 ДПС, да. По ДПСу было. Если два танка, то да, три хила было вообще. Ну, три хила, блядь. Ну, считайте, у них было 146 миллионов, минус 9 миллионов. В среднем 10 миллионов человек. Блять, некого брать. Ну вот что это за хуйня? Вот так вот ты сосешь хуй, потому что некого брать. Жома только что вапнулись на плецах, в берсу уперлись. Ничего, и мы так же. Сейчас мы тоже в берсу уперлись. А чё, я на мага зайду на этого? Заходи. Все равно лута нихуя нет. Дермич, ты келесета будешь танчить и сферки собирать? Ну давай, Вальмор, окей, давай так. Эликсор, давай тогда, я не знаю, спекайся тоже, брателька. Рид будет с... Калют, у тебя арга включен, никто не понимает, что ты пишешь. Рид будет с... Да, ну а что ты хочешь, блядь, мы вайпанемся, нам не хватит. У нас некого больше. А хули вы так, блядь, ну, мало хилить? Вам так мало хилить? А, всё, да, ничего сказать нельзя. Анимешники не люди, блядь. Ладно, убираю молнию. Серы, меня обижают. Хули, блядь. Не кастуй молнию. Серый фас. Бою. Ты чё, меня за собаку считаешь, что ли, блядь? Эй, кукозябр. Ты котик. Котик. Боевой. Кукозябр там это, нюх потерял, мне кажется. Ладно, всё, тихо. Поржали, хватит. Так, по кинетике Войд. Вот твое место печи со стороны печеньки. Щука, твое место со стороны креста. И Калют, твое место со стороны звезды. Втроем на кинетике сидите. Дайте приста. Я на вихре первым дам массакру, а потом по откату. Да, у нас там милика вдоль да нихуя. Реслин, Фелиция, Леголас, Чуау. 4 милика все. Зато кастеров много. По нему тоже действует. Рейдж держите, РДДшники, главное. Главное, танков держите. Лексор. А, еще Лексор 5 милишники, что успех. Все, даёшь. Этот Адель, давай еще ты поехали. Давайте перепот еще свернем. По красоте дамажем. Набираем максимально гротку дермичной килисети. И сферки не.
Ну, блядь, ну как так, ну? Серый, дай БР. Напомнил. Пилиться. Не, это хуйня ебаная. Вы чё, прикалываетесь? Ещё минус. Падайте. Фонаря крылья нажать там, я не знаю. Нет? Я нажал крылья. Я уже описал, в чём моя проблема. Ой, щука на пулю как-нибудь на фонаря вначале. Я хуй его знаю. Там залпом каким-нибудь нахуй. Сделай что-нибудь, короче. Нажми кнопки нахуй. Когда тем более кинетика вначале не падает, вы должны втроем бить. Ну там падает, но только одна бомбочка. Он только потом начинает больше падать. А чё на полном магнуше? Ой, бля, владыка. Не вставать, дай мы срисну. Ой, линкани их сейчас. В следующий раз уже, ну, думай наперед. Она не тебе не надо. Круг, давай. Ролните еще раз кому на эту. Че ролите? Я уфнулся. Ботинки. На СПД крит. Хас крит. А, сейчас. Тоже пролю. Да, а, стоит, ему срез не дает. Ты смотри на него, а? Вот кому я даю диван. Адель, Рад-6, окей, да. Адель, владыка, наш Адель. А чё, ему не надо или чё? Сказался. Сколько тебе минусовался? 500. Резница точечно, не достала рез. Я не вижу, что под Адель ролил. Можно? Я вылетел просто, я же говорил. Не вылетел. Да, меня будет сильнее пробивать, но зато агро будет. Типа сидеть без ГП тоже такое. Давай не надо сильнее пробивать, а так хлепала, блять, нету. Ну, надо же как-то воздействовать. Так, давай, да, у меня большая просьба. Рыбу хавать. Дайте мне ближе к лестнице подойти, чтобы хилить легче было. Потому что я, блядь, стою у двери за всеми РДДшерами. Ладно, вот тебе, блядь, метка, короче, отдельная, блядь. От этой метки соблюдайте рейндж 10 метров. Доволен? От которой? Да, конечно, я оттуда нахуй лечусь, там кто-то прибежит. Не, в ромб никто не бежит, и от ромба держите рейндж 10 метров. Милики убегают в стену. Милики в ваше вон место, вон там, блядь. В стене, блядь, вон, где зеркала эти ебучие. Кто там, блядь, еще бежит, блядь? Адель, блядь. Шкаф тыкните. Добежал. Сейчас новые тапки заберет, быстро бегать будет. Зачем вообще вставать, когда начинает этот диван? А что, вставать не должен? Сами время тянется. Хуёво, когда не встает. Ну, я терчи на полубав, поехали. Дайте каску. Надо убить принцов сегодня, хотя бы еще. Станется лунотель, проф. Да, там пригнали. Давай отчет, поехали. А лунотель не убивали в прошлый раз? Убивали. Мы не убили, только Синдруля, Чай и Жай. Могли бы убить, нахуй. Мы будем похуй. О, на пул чувствуется, вот это уважаю. Щука лучший. Да, привычки чуть не умер. Ну, я таунт нажал, привычки. Массакру сдал. Массия, ну куда ты бежишь? Блять, Войд, блять, или кто там ко мне подбежал? Пушистый, блять. Нихуя танк не отлетел в первый раз. Феномен. А чё, когда герои вообще даются? На, в этом.
по Келесету поехали. Не спите. Отводи ядра. Аккуратно дерми, сейчас откинет, там без вихрь появляется. Ядро забери, которое слева дальнее еще. Пройди по стене там чуть. ЛПшками спами. Дермича прохил, блядь. Прожмись. Агро, смотрите, аккуратно. Не, мы уже сорвали, по идее. Бросьте агро. Медики к Талдорам уже, блядь, сейчас откроются 5 секунд. По Талдорам поехали. А, маги все сбросьте. Геру, давайте. Гермич, набирай игру максимально на килисете. На сферы похуй, забей, забудь на эти сферы. Набирай главное игру на килисете, новые появятся, новые позабираешь. Это уже проверено мной. Лучше так делать. Там уж шипы эти ебаные духи, они у тебя сферы будут забирать. Ну, в случае, как ты боссов подводишь. Просто новые позабирай. Прохил. Сука. Кинетика в центре паны. Вес направил на него. Волна расплачивается. Две массы. Вихрь разбежались. Стали как-то, блядь. Танк откинулся. Пиздец, я сейчас 3 раза полетел, блядь. Массакр еще идет. Я вот там искру налутали. Не, ну вы чё? Ну, что они здесь криво работают. Алло, справа. Алло. Чуть не упало, но. Прям мне на голову. Не знаю, я на одну кинетику беса отправил. Локи, помогайте, тоже можете. Ну вот, хватит мне. Келесет сейчас откроется через сколько там минут. Уже открылся келесет. Короче, на квадратик направил его без. Должен подбить, по идее. Не подбивает, сука, блять, подбейте нахуй. Так, по Асусу сальву бы и по Аделе, по одной штуке. Виктор, дай сальву, по Аделю, Алексей. По Аделю дал. А, это Реслин по Асусу. Всё, Талдорам, да. У кого там ветерочек? Да выключите, пожалуйста, эту хуйню. Ну, блядь, это реально, блядь. Бля, сон же ебучий, выключи, пожалуйста. Сон же, блядь. Пришел во время пола нахуй, включил свою хуйню, блядь. Кинетику подбейте. Он хочет пообщаться. Че ты на меня наводишь, он... Соберитесь. Сейчас волна открылась. Печка. Все, по волна руков. Раньше аккуратненько. Блять, тут куда тут встать? Вихрь разбежались. Массакры побегут, я уверен, блядь. Блять, все равно печка. Кинетика по ней. Закрытое место. Да где это да, там. Другие. Еще одна там же падает. Я думал, у меня микрофон нету, нахуй. Блять, выключи микро, нахуй. Вихрь сбежали. Все, я не дал. По килисету поехали. Все в килисеты вылились максимально. Так, с агро там нормально, не сорвете. 4 минуты, что у него хп многовато. Нормально идем. 10 минут берсау читай.
Одна минута 10%. Уже 35 и 4.05. Нормально идем. Главное не умирать. Сука, блять. Может кто-то гим спеть? Дай, блядь, дай гим Вальмора. Сер, дай БР. По кому? По легалайзу. О, этого толдрам пойти. Да блять, заебало летать уже, блядь. А, ну да, успеваем. Нормально. Тут еще и закупка. К запасам даже еще. О, и твое дело дамажить, не отвлекайся. Я хил. Кинетик падает. Блять. Смена цели 2 секунды. О, на РП хрен. Смотрите, хуёво очень стоите. Немножко раньше набирайте, сейчас вихрь будет. Чтоб не подохли. Массакру дал. Блять. Некрасиво получилось, но... Покину, поехали. Вихрь, разошлись. Набиваем. Лисек, потом Талдора. Так, с погру не сорвете, по идее. Да блять, ну ебаный ты в рот. Аккуратно не бегайте там стаки. На ком много. Кто этот вихрь сейчас въебал красивый такой? Ага, блять, White Fury, блядь. Чё? Чё, блять, лихарь красиво рунит. Толдорам поехали. Дебильный босс, ненавижу. Вот больше всего ненавижу этих принцов. Сука, конченая хуйня. А леди? Да какой леди, блять? Вот это самая конченая хуйня. Ну, типа, может для вас там есть какие-то другие, но вот меня больше всего бесит эти ебаные принцы. Угу. Это самая конченая хуйня. Катушечка. О, опять катушечка. Если Адель... леди сложная, то это просто противно. Отель жалеет, пошлите, еще он это любит. Я на рогу светил. Че говоришь? Я говорю, отель жалеет, что ваш мать не забрал. Нет, просто дагер надо выбить под него. Ай. Сучка хорошая. Я хочу жить. Живи. Не дают. Ну не живи. Запрещаешь? А ну-ка, Дермич, помогай мне, снимай боб. И, честно говоря, вот больше всего боюсь представить, что будет на X5. Сколько они там ХП нарисуют? Челом. Ебать, они обрадуются, наверное. Миллиард нарисуют. Да, забей, там такие иногда додики играешь, это пиздец. Пиво? Даже на X, блядь, пиво отдыхает в стороне, нахуй, поверь. Там Ягуар, нахуй. Да есть там нормальные гильзы, более чем уверен. Ну и нормальные ребята какие-то. Ну, там сидят, сидят, но в основном там очень прям молодые сирусята сидят. Что сидят? Как ее, блядь, гильдия? Знаешь, какие же гильдии найти, нахуй, пиздец? Райзер его там есть. Рейзер? Red Green Blue подсветка?
Эти фонари, забери своего комара, летает в комнате. Из них остался у нас только Авель, по-моему, да? Он живет из них. Иногда заходит в обучку. Где-то нормально у меня комар? Спейси еще. А, Спейси. Ну и все, да, два человека. А ну и за Гагулина. Раз на раз иногда заходит. Ну вот они ушли покорять контент снова. Очередной раз. Да. Опять да. Кому, потому что здесь они уже покорить не могут. Логично. X4 лучший сервер, никаких категорий усилок. Ну, нахуй. Никогда в жизни не хочет, как будто есть усилки и категории. Так, короче. Так. А, я встану, если что. Сейчас подумаю. Вальмар, оставайся в ШП. Тебе четвером будете хилить. А тут какая разница между обычными? Смысл, ДЦ нужен, ты чё? Ну ты чё, гонишь без ДЦ? Да какие, блядь, тут в 4 хила прохилите, блядь. Бентли, тут на одно чело... Ты так хулипал убрал, хоть ДЦ бы оставил нам. Так хулипал, я вам там верну, блядь, вон, будете хулипал, два друида и РШ, нормально. Чё там ты говоришь? Пакт еще кидаешь? Да тут пакт, просто на одно чело больше, да и всё, нахуй. Дэмэдж, ничего, дэмэджа как, просто больше. Ничего, больше дэмэджа и вместо, ну и пакт, плюс один. А, 4 плюс, 3 ну плюс да, 1. Ну да, я так и сказал, в принципе. Можно диспольнуть? Паука. Ладно, короче, ну... Спасибо. Нихуя, какой в прошлый раз, блядь, в 4 хилили нормально было? Сейчас шипы еще раскидаю по пати, чтоб хилили. Чё, кто первый, Адель? Ресничек, вот сзади пал. Так. Да, первый модель. Я в Аделе тогда поскидываю. Да, в него триксы сразу кидай. Ну и потом дальше продолжим. Я на первую взлетку даю массакру. Слышь, Адель, только далеко не стой, чтоб я доставал. Дайте часа. Место встречи укусов, печенька, напоминаю. Укусы буду говорить. Кого кусы? Так же, как и в обычке. 6 минут, по-моему. Пускай сколько магия будет? Тут. Или 5, нахуй, я не помню. Кирилл. А? Пуск маги МК на Адель кинут. Да, маги, да, кстати. На Адель МК киньте и на Холипшика. Один на Адель, другой на Холипшик. Блять, он уже проебался, где-то потерялся этот Адель, блять. Не проблема. Примерял. Слышь, Адель, а чё, сколько осколков упало? Столько серебра не упало, по-моему. Нет, там ещё сколько-то не падал. Нормально. Ну, уже неплохо. Всё, давайте фулл баф и поехали. Босс простой, самый простой из квартала. Потриксуйте друг другу там кого-то, мы с Дерьмичом, думаем, справимся. Держим рейндж, главное. Все как в обычке, блядь, только плюс один человек в пакте, блядь, и чуть больше урона. Все, блядь, ничего тут сложного нет. Давай, отчет, поехали. Припоты все пьем. Сейчас. Поехали. Сбежались. На месяц. Место встречи пакта сбежания. Милизона. Если на миликах нету, то центр. Адель, блять, это хуёво, когда укушены, блять, и лужущие кидают. Напоминаю, я первый массаж. Так, укусишь, блин. Ага, заебись ты, красавчик. Падайте, блять. Укушены? Да. Да выебался. Не сбегайтесь, не сбегайтесь, не сбегайтесь. Пакт нет урон. Припуты кончились, блядь. О, она еще раз укусила, прикольно. Я себе. Так она кусает еще одна. Давайте посмотрим, не вставайте. Все.
Фонари God War X? Фонари... Да не всех Поп... достанешь, блядь, вон тех справа не достанешь. Ну. А чё вы там умерли? Лужа. Потому что здесь лужа была насана. А всё. Не достало бы, ваши были проблемы. А не, так я выжил. Ничего. Самое главное. Фонари God War X. А что я? Ничего. Я думал, меня уже карать будут за то, что я выжил. Какие холи пьешь? Дикой или обычной? Ладно, давайте соберитесь, блядь. Ну, бьем и пойдем спать. Дай обмен, я тебе дам. Можете суммануть тогда, и это я встал. Лучше быстро распинаю. Блядь, заебал. Пару штук. Кстати, забыл сказать. На первой взлетке Дермич нажмешь 6 баунт, Люксор нажмешь Сокру, плюс и мана тьму. Реслим потом заберешь и мана тьму. На второй взлетке дашь фонарь Сокру. Нет, ты не первая массакра, ты будешь вторая массакра. Присты там ферварды перед пулами, не забывайте там диспелить, особенно тот, который перед взлеткой служи будет выпинять. Все, давай, сначала полубашку. Где твоя мана? Ну, я не знаю, я нажал рыбу есть, а он нахуй не отменил. Сейчас я доем. Ох уж эти, наверное, аниме включал, блядь. По-любому. По-любому, ну. Конечно. Или на Энха любовался, блядь. Рит, руки на стол. Блядь, а где они еще могут быть? Хватит мангу теребить, Рит. Не, я почитал мангу, дорого стоит. Почитал мангу. Все, давай, отчет, поехали. Все, соберите, блин. Блять, подлагало, блять, чуть припод не нажал с первого раза. Блять, ну какого хуя нахуй? Дермич, блять, ебать вас в рот нахуй. Как ты, блять? Ты что, без зеркала был, блять? Нет, он был в зеркале. Блять, а шо он, третий по агру там или что? Вы что таунты не могли понажимать там? Пиздец, падайте, блять. Мы как раз таки... Ебаные вы рахиты, нахуй. Как вы, блять, что вы делаете, нахуй? Чего вы меня, блять, выбесить решили на последнем боссе, блять? Не надо никакие, ну, там таунты нажимать. Что за хуйня, блять? Я заметил, там какой-то элементальс нас таунтить начал. Какой еще элементальс? Фурей кто-то вызывает элементали этого. Камера. У нас чуть мы открыли на ребре. Вы нажали таунт, нахуй, по-любому, блять. Вы там с друг другом начали, блять, играться таунтами, блять. Так вот из-за этого на нем и укус. Но он колет большой элементаль земли. Типа, на рофле чел или что? Так а что, он таунтит, что ли? Он таунтит. Да, он таунтит. Да. Типа он все боссы вызывает, его, если вы не видели. Я он и на ребре таунтил. Да он слишком мало ДПСа дает на Тайоне, что ли, блядь. Ну, 8000 дает. Сейчас бы земляного, блядь, вызывать, ну, а не, блядь, огненного хотя бы. Да. Ты танка по большей части. Мне похуй, вот этого ты уродца, блядь, больше никогда не вызываешь, нахуй. Колют, огненный работает. В нормальном рейде он может по 200к дать ДПСа. Тейлс не отображается. Блять, обновите Тейлс, там все отображается у них. У меня вот обновленный не отображается. Не отображается, не знаю. А у меня логин, все нормально отображаются. Предлагаю Войду снять ИП, ИП вернее дать, и дальше. Бля, я тут при чем-то нахуй. Для профилактики. Ба, нихуя. Слишком жесткий. Ну, слишком жесткий, первый после танка. Реген. Реген, умирай. Беги. А ты-то зачем подошел, блядь? Нет. Я все делаю правильно. Блядь, опять нахуй на аниме, да? Да, вообще не помню, как она меня сагрила, все далеко шел. Всегда помогалось. Побежал диван репнул, блядь, что ли? Да. Если свои мультики смотреть, конечно, ничего не увидишь. Я не знаю, что вы придумываете, блядь. Блядь, вы заебали пиздец, вот я вам отвечаю, сейчас кто запорит, нахуй, я сразу косарик ГП въебу, нахуй.
Вот реально, вот эта вот хуйня просто подбешивает. Два пула в никуда, нахуй. Стоим, блядь, проебываем временно. Я, короче, не видел, чтобы элементаль таунтил босса. Они как вурдалаки, по-моему, так же они боссы. Нет, он у нас даже на игре таунтил. У него мастаунт по автокарте. Да какая разница, блядь. Все, блядь, больше ничего нахуй не нажимайте. Никакой хуйни, блядь, просто нахуй нормально, блядь. Бейте, как обычно. Да, по-моему. С таунтами, нахуй. По-моему. Ладно, я потом по видео посмотрю, блядь. За чего это золото? Да, просто сделай шамана, ты увидишь. Не-не. Ну да, кстати, Адель правду пишет. Я не про это. Не раз поворачивал. А чё сейчас Алема опаляющий тотем ставит? А как же это там гнева, 3% крита? Ну а ты видишь у нас демон? Ты знаешь, что это не стакается? Или нет? Если ставлю свой тотем, он иногда перебивает. О, опаляющий тотем, это обычный тотем, который бьет. А тотем, блядь, гнева он мне говорит ставить. Сейчас поставит опаляющий. Ты можешь его ставить, он не перебивает. Типа, блядь, один хоть. Дело в крите, блядь, они. То, что СПД вы не перебьете никак. Так ничего не ставь. Типа, у меня опаляющий постоянно стоит, когда демон видит. Ну вот. Я так понял, мне вот человек говорит, нужно ставить тотем гнева. Конечно, 3% крита, да, думаю. Ты не стакаешь, еще раз тебе говорю. Ну, ты мне будешь рассказывать про это. 3% крита с чем не стакается? Он тебе только лично тебе баф немножко даст, и все. Там только, блядь, единственное, что стакается, это вроде только, блядь, БМ Хант, блядь, с Араканом. Вот этот баф ебучий на урон. Это единственное, что только стакается. Остальное, там все заменимо, блядь, со всеми классами. Все, ребята, давайте пулять, там ждет мой щит вообще-то. Я спать хочу. Там багруха лежит, блядь, не пизди. Не-не-не, щит, щит. Там печенька на шамана. Ушел в сторонку. Написано, там... не фанат. Соберитесь, все, шамана. Все, закройте рот. Давай, что ты поехали, соберитесь. Где это, блядь, хуйня какая-то, не полная. Сразу руник сливаем, максимально укрепки ебашим. Таких мне не происходило. Таунт не жму. Все, теперь Холишиту укусишь. Холишиту укусишь протопошера, а ты, Адель, потом укусишь. Молодых укусишь. Побежались. Блядь, выбежим. Владыка, потом кусаешь меня. Протопоршер кусаешь Блэкича. Полич кусаешь потом Асуса. А ты Дели кучишь. Чуваму. Это третий укус, если что. А я кого укушу, что-то прислушал, задумался. Каноч, тебе надо ко мне будет подбежать, но меня эти. Шли служу, не спел. Раньше набрали. Так не убегай. Раньше набрали быстрее, раньше набрали. Прочил, плюс сам потом встанешь. Блин, ну владыка, ёбаный рот. Да идите вы нахуй, ребята, ну что это за цирк ебучий? Ну идите, блядь, я не знаю, реально в Тетрис поиграйте, на. Что я, блядь, сказал? Какого хуя вы вообще бегаете, блядь? Печеньку нахуй кусы раздаете на взлеткина. Что вы там за друг другом бегаете, блядь? Если я называю ваши ники, блядь, кого кусать, значит вы подходите в печеньку, блядь, чтобы за вами не бегали, нахуй. Падайте, блядь.
Уроды, нахуй, только попробуйте сейчас запороть, нахуй. Я реально вам косарь въебу, нахуй. ГП, блять. Встаньте на середину, умрите, сейчас мосрез от КДШ сразу встанет. Прослушайте там или еще что-то, нахуй. Уже реально, блять, эта хуйня подбешивает, блять. Заебали, нахуй. Кто-то встанет, треснет? Либо мне встанет. Мосрез, да. Владыку, блядь, не надо кусать, я по-другому, блядь, назначу пистол нахуй. Может, ДЦшника добавить? ДПС хватил. Никого нахуй ДЦшника, блядь? Все убивают, 4 хила, блядь, нормально. Тут же не в непрохиле дело. Ну да, тут такие микрослаки. От того, что они сдохли, это, блядь, из оранжи, нахуй. И то, что бегали, нахуй. Вот все. Кроме того, что ДПС теряли, нахуй. Потому что, блядь, ШП в принципе не умирает, нахуй. Он стоит на взлетке, хуярит и хилит сам себя, нахуй. Я в догонялки играл. Кого тогда укусить-то? Кусишь Холишита, потом укусишь меня. Холишита кусишь протопошера. Дальше я назначу кого кусать. Уже ты назначал вроде, кроме владыки. Так, короче, сделайте так, потом протопошер укусишь Асуса, Холишит укусишь потом Блэкича, ты Эдель укусишь. Чивау, ты говорил? Чивау, да. А я посмотрю, кого там по рекомендации. Ну, по ДПС, короче. Давай, чё ты поехали? Термич также начнем. Основные маршруты. Боже, как кизу вы, сука, конченые, нахуй, просто, блять. Я хуй его знает, ну это просто все, база, нахуй, забейте. Ну блядь. Кто это ебанул, уже заебали, пиздец. Смотреть. Ну, блять, сами осознайте, кто это сделал. Я бежал на массе, но может и захода. Да и захода, скорее всего. Значит, там... Все, бейте, рот закройте. Адель, блядь, опять скулы, когда это не толку, но... Канон, мы на взлетке в печеньке, если что. Для удобства укус. Так напоминаю. И последующий, кого назвал, после взлетки, там около печеньки тусуются. Я там только одного человека не назвал, которого я кусанил. Позже лучше. Так, бежали. Удали фейерварк нажму. Нормально. Первак надо, блядь, перекулом нажимать, чтобы он успел откуда ехать. На второй взлет. Рахин. Чё, взлетка, блядь? Протопош. Смотри, кто там его кусает, Коля, еще смотри, к вам движет. Да, я за ним пошел. Дермич из баунт. Этот Люксор. Сдал. Этот Эма. Тоже сдал. Рахил. Поднимите ПФП Блэкич. Бега. Угу. Все, раньше набрали. Так, я укушу. Чему отдал? Заберите кто-нибудь. Я укусу Козяб. На Козябры там ближе к печеньке. Ты, я надеюсь, укус не проебешь в Козяб? Надеюсь. Не надеюсь, блядь, а не проебешь-то? Конечно, не проебу. Чего надо, блядь? Тех, кого назвал, сейчас ближе к печеньке подходит.
Священный щит на дермиче где? Здесь секунду укус. Подходите, ближайки. Пад сбежались. Чевал, можешь не бегать. Блять, беги чевал за мной тогда. Чевал. Блять, а где крокодил обороны? Тереба. Я понял, короче, я укусил Ликонайс. Тишка проверит, что... Ну, стерва, блядь. А, ладно, окей, показала. Дальше кусай. Я войду. Дальше кусайте, ДДР, ДД. Я воды кукушу. Да. Сейчас фир будет. От лужи дальше стоите. Это виска. Раньше набрали. Реслин на тьму забери. Сейчас я вам буду ждать. Блять, ну... Раньше набрали. Да, массакру. Давай, дай мана тьму, чё жми, Реслин. Прохил. Гим на хп. Эльмора. Блять, ну еще кус проебали. Ну ёб твою мать, уроды вы нахуй. Войд БР по Асусу, этот стерва по Бебе, серый по щуке быстрее. Укусы сейчас раздаем. Раздали укусы быстрее. Печеньки стою жду. Можно выпивать лежу. Ай, все, да, блять, ну я не знаю, ну вы конченые нахуй. Ну я не понимаю, ну как так можно, блять? Не, я типа держал грубо, но на меня шотнул просто. Состав... Не может оно шотнуть нахуй, если ты рейдж держишь. Ты держал раньше, я смотрел за процент. Да это вайп нахуй. Не хватит ДПС. Укусы проебали, много людей сдох. Хозяобар каким-то образом опять умер. Умер, точнее. Даже так почти убили, блядь. 3, 2, 1. Ну, сюда взлетки. Сейчас укус еще 5 секунд. И потом взлетка. И вайп. И пак не сносит люди. Ну, он побегает вообще куда-то, блядь. Да и пиздец. Да. Это не от пакта мы сдохли. Да, действительно. Да от мозгов, нахуй, тупорылых ваших, нахуй, мы сдохли, блядь. Пизду вальмо, распека сейчас ДЦ. Надеюсь, и так хватит. Еще один полдень. Пиздец, просто пиздец, нет слов, нахуй. Надо избегать фраз. Бля, дают самый легкий босс, вот это пизда, всегда такая хуйня происходит. Люди сразу, бля. Да не, это самый сложный босс. Мифик плюс. Мифик плюс. Эпохальный, блядь. Судьбоносный эпохал. Да потому что лишний уже, блядь, 3 часа ночи. Блять, она должна была сдохнуть уже 20 минут назад. Если бы вы, ёбки, блять, хуйнёй не занимались. Рид, ты же знаешь, что ты должен сделать, да? Нахуй ты меня увешаешь, я сдохнуть специально хотел. Нет. Вот так, значит. Ты должен быть благодарен. Блять, она заебала, она... Сейчас опять она бежит влево, развернется и пойдет вправо. Сука. Как вы валик вообще пулите? Вы чё нахуй? Гайд записать вам или чё, блядь? Я же записывал вчера. Ну поебашь нахуй. Увидел, кто вальку сагрил. Сразу сотку нахуй ебашь. Ты чё заполнен? Не бегите вообще нахуй, если вы... Сука. Я вон оббежал по краю, блядь. Надо, чтобы один человек, короче, бегал нахуй. Все 24 лежали в пизду нахуй. Ну пока вроде не сагрили. Она, получается, пробежала, развернулась, ударила одного,
Я опять говорю. Ребят, ну не стойте, нажимайте на ебаный шкаф, сука, ФК нахуй, ебучая. Вырубайте, пожалуйста, режим. Вы лучше по краю бегите, нахуй. Еще лучше в инвизе, блядь. Она быстрее будет, по факту. ШБРы отдали, блядь, все. Не все, а два. Мне три показывают. Тоже три. А, ну да, три. А дома CSS сразу дать на всякий случай. А то хуй знает, что там на сдатке будет. Рыбу ешьте, у меня бабосли не осталось. Сумнить. Победная рыба. Мафия боссов пулит, желудями кидается в него. Нахуй. Ветками, наверное, блядь. Угу. Ветками трясла яблоко. Вы что, вдвоем на нее СС дали, что ли? И мне показалось. Ну, ну да, вдвоем. Хорош. Одного СС, а только два. Хорош. Два раза встань, все нормально. Владыка, что ты стоишь? Вот ты рыбу не ешь, блядь. Вот скажи, что ты стоишь? Ну я не знаю, я тоже садился, не знаю, почему она не это. Вырубайте аниме. Просто свои, не голоден, все нормально. Дайте тьму у кого там, я потом отдам. Угу. Давай еще. Дермич, так же начнешь. Сука, везде закончился нахуй. Ебаный центр. Есть пара милых зев, блядь, кто может по дешевке принять. Он опять слепого. Да заебал. Да, ну походу принципиально, пропускает на кого-нибудь. Или XTM, или XTM сидит, сутулый, подкручивает. Ритик. Священный щит на дермиче где? Укус с трещиками холич. Что-то какой-то реально хейт на Адели там. И лужи, и пакт. На форуме много пиздит просто. И вот экстемпер на фотографии. И осколки не падают. Блять, это как-то интересно. А выбежались. Сейчас лужа, потом взлет, сразу стоит лужа бьет. Сразу диспелли стоит таргет, на кого лужа бьет. Владык, на тебе первар должен быть. Так, я печеньки подхожу. Блять, кликировал не туда, не спел, ну. Раньше набрали быстрее. Ломай, сокру, есть, мам. Прокил. Кусается тем же. Освободил тьму. Хотя бы бежит. Ресни дебили. Пак сбежались. Костяра уроки. Да-да-да, я сейчас сбегался на пак просто. Вот Марш удуешь перед следующей взлеткой максимально и гимн ебешь на ЧП.
Чего, мили стой. Не возле печеньки, что ли? Какой зябр печеньку? Красавочка. Раньше набрали. Я проебался, нет. Сука. Пендлюк все. Я не нашел вас. Слава богу, что ты хоть кого-то убил. Я сдам ДПС, блядь. Кого сейчас кусаем? Кого хотите, ДДР, ДД. Владыка, я тебя укушу. Главное, не танк, ничего. Владыка побежал. Сейчас фир будет 5 секунд. Фир. Диспел. Жми сокро. Только что. Арисвина магия мусора. Щука, стой возле меня, я тебя укушу. Заебись, мы взорвемся, ребят. О, хуя. Мася, БР, Барбароса, без перья. Укус сейчас красиво раздаем. Щука, стой возле меня, не убегай. Я щуку кусаю. Прохил. Блять, лужа. Геру, давайте. Вот, каким-то макаром сдох. Кусай Волмору, если что. Стилер, вот КД, что с ИБР, вот еще БР. Сбежались пол быстрее. Не бахтись мне, долго до укусов не видите. У меня укус будет еще. Два года. Все, танк пило всех подряд, не бахт. Кусайте. Блять, крутого кучек нет. Мили же, медведи. На ком? Добивайте. Бабл что-нибудь. Берса. Нужны. Бабл что-нибудь видите? Бабл. 70 тысяч. Ааа, сука. Да, это было близко. Да, моя багруха упала. Нет, я забираю багруху вместо щита. На столу рулю. Сосать я первый по КП. То есть на Войда. И шамана токен, алло. На Войда рокер. Тебе же говорили. Не фонарю. Засранцы. Дайте вас. Гице холи. Погнали по лучше. Лучше, чем. Холи, держи катушку охуенную. Нет, пизду я нахуй. Мне надо. Держи катушку и ГП. Я сотку кинул на катушку. На, Холи, ты там проебался, я тебе соточку еду. Да, конечно. Давай. Там соточка не поможет. Ладно, 3 соточки. О, нихуя себе ролл. Сука, блядь, нахуй вы ставите эту хуйню, блядь. Алло. Кто-то пошел. Кого казнял Барнен. Пу-пу-пу. Порото Пауэр. Давай, мин. Не, это на катушку. Дальше. Воняет, блядь. Сколько там? 389 сними. Ну, дай ГП. Порото Пауэр. Вот. Воятель нужен кому-то? А воятель за сколько вообще? За 1500? Нет. 778. Это типа фурику 778, да, вообще пойдет? Пушки за полцены, потому что они оверы ГПшенты какие-то. 1500 чересчур дохуя за пушку. Ну это типа какому-нибудь арбитру. Окей, поехали. Ты кому говорил, Риду или мне говорил снять? Риду. Дай порт. Кого Риду? Рид, нихуя не слышно, что там поэтому раз. Ладно, войд. Снимай, окей. Тогда этому. Так, 389. Да. Нахуй вам обычный токен. А, нет, так, подожди. Так, Риди, Бентли, Калют. Калют. Калют, обмен. Сколько, пятихатка? 5 на пятихатку. Багрух. Настало твое время, давай. Пиздатый ролл, блядь. Ну, я понимаю, но
Понятно. Хули пшика, блядь. Сейчас 260 СПД дает шея стран. Конечно, блядь, багруха в 1000 раз, ебать, круче. На багруху лучше. Да она даже прошлой шеи на ШП я багруху одевал. В большинстве случаев. Так, ЕП теперь. Блядь. Задержались. Сколько мы боссов? 9 убили, получается, да? У меня было... 200, 200, 2 у 9. Извини. 1800 плюс задержались. Ладно. Без вайпов, без вайпов. Да. Я считаю, надо много ЕП дать. Особенно 5. На леди, да? Да. 500 ЕП достаточно, нахуй. Ну ладно, даже еще так, пусть с ним еще 500 накинем. Ура! Да, блин. Ну, ладно, это прикол какой-то. Ну, приор-то он... Это по приору, я просто...